Ладно, давайте бежим дальше. Третья команда. Команда Венди и Олег. Но на прошлой игре жюри сказали удивлять, и поэтому мы играем без африканцев. Стивен, мы же сказали без африканцев. Вообще-то я русский. Русский, расскажи. У меня даже мама русская. Вот всегда так со мной. С самого раннего детства на меня показывали пальцем, корчили рожи. Издевались надо мной. Кто этот изверг? Мама? Стивен! Что Стивен, Стивен? Зачем мне вообще ваш КВН сдался? Ну как зачем? КВН сделает из тебя человека. Где-то я это уже слышал. Да, мам! Стивен, иди отсюда! Девочки, у вас есть что-то новое? Да. Мой парень очень любит путешествовать, но никогда не говорит, куда едет в следующий раз. Он интриган? Эмигрант. Здравствуйте, я наполовину украинец, наполовину палестинец. И мои друзья ласково называют меня Хумус Сапиенс. Ребят, а в чем сила? В ньютонах? Нет, в ахматах. Ахмат сила! Такие же сильные и смелые? Нет, тусуются только толпой. Что ты только что сделала? Отправила парня откровенные фотки. Дай сюда. Достала! У тебя что, своих фоток нет? Девчонки, не ссорьтесь! Давайте решим этот вопрос по-взрослому. Пошумим! Сюда! Дочь Джеки Чана, ты одеваешься, как обезьяна. Плохих прическах ты знаешь дело. Наверное, на этом собаку ты съел. А ты, я смотрю, держишься молодцом. Я бы не смогла жить с таким вот лицом. Ты невоспитанная, как свинья. У тебя, наверное, плохая семья. Девчонки, у вас есть ощущение, что вы сестры? Заканчивайте этот бред. Мы же сказали, играем без тебя, Стивен! Вообще-то я не Стивен, я Афродита! Может, ты хотела сказать Афродитя? Нет, Афродиту, богиня красоты и любви! Но ясное дело не Посейдон, бог моря и воды! Все, заканчивай этот цирк! Как я уже говорил, наполовину украинец, наполовину араб. И завтра у нас священный месяц Рамадан. И по этому поводу у меня тост. Ты хотел сказать пост? Нет, тост. А, ребят, давайте. Подожди. Кстати, что такое тост? Пост? Пост — это когда в целях духовного очищения мы воздерживаемся от еды и воды. Сами? Добровольно? Да, Стивен, в течение месяца. А, месяца.
А вы знаете интересный факт? Из-за людоедства дергается голова. Не-не, ребят, это полный бред, это просто бред. Ну что, ребят, давайте к миниатюрам. Ну а как все знают, недавно наконец-то примирились две Кореи. Но мало кто знает, что после встречи глав этих государств состоялась также встреча их жен. Так давайте представим себе эту картину. Все, здесь остаюсь. Достала у тебя что, своего мужа нет? Девчонки, все, заканчиваем! Ну а скоро лето. Кто чем планирует заниматься? Мое хобби — это туризм. И, наверное, я поеду в Ингушетию. В багажнике. Ну а я пойду на кулинарные курсы. Тогда я буду волонтером в приюте для собак. А у тебя какое хобби, Карин? Многоженство. А у тебя есть хобби, Стивен? Не, ребят, не. С вами была команда Гвен Диалект. Спасибо. Я выбираю. Я выберу.